вас, что у вас происходит? Я, насколько знаю, вы уже готовитесь к выборам, да? И, по-моему, да. В декабре или... Да, у нас как бы будут внеочередные выборы, и они связаны с тем, что я только что говорил, что идет огромное давление Запада, подмена ценностей. Это то, что я уже у вас говорил, когда они хотят, чтобы дети выбирали, какого они пола, когда детей забирают и потом передают неизвестно кому, в основном однополым вот этим браком и так далее, если это можно назвать браком, конечно же, вот, идет давление вот на традицию, на культуру, на веру и так далее, и поэтому президент вынужден был согласиться на то, чтобы организовать новые, внеочередные парламентские выборы. И они должны предварительно состояться у нас в декабре, и вот сегодня я вам должен сказать, что у нас, мы сегодня имели собрание, и тут создано новое патриотическое, схемское, антиглобалистское движение. Оно называется «Мы – голос из народа». Ну, то есть тут нас 7 учредителей, это самые известные люди в Сербии. Они все разные, там профессора, доктора, медицины, генералы и так далее. То есть разные люди. Мы создали сегодня вот это движение и готовимся, естественно, к выборам. Готовимся... бороться против вот этого навязывания западного, вот этой агентуры и вот того, что угрожает сегодня наше будущее. Не только сербов, а всего православия и вообще всего нормального человечества. Поэтому наше движение будет, скажем так, стержнем собрания вот этих всех патриотических движений в Сербии. И понятно, что у нас нет ресурсов, нет таких денег, нет ничего. Запад финансирует или власть, или оппозицию, а как правило, и одно, и другое. А те, кто реально как бы патриоты, то есть это как и в Грузии, как и в Сербии, везде, им тяжело дойти до денег, но тем не менее у нас есть большая поддержка в народе, и мы рассчитываем, что мы сможем представить интересы большинства сербского народа. Желаем всех благ, Драган. Мы очень рады и будем, так сказать, болеть и поддерживать вас. Но до этого мы опять встретимся, я надеюсь, потому что очень интересно все эти самые ситуации, как и у вас там в Сербии, у нас в Грузии, они как-то похожи друг